Всем привет! Я не перестаю говорить, что префлоп – это основа всего дальнейшего розыгрыша. И часто именно от умения правильно выбирать стартовые руки зависит, будете ли вы играть в плюс или в минус в целом. В этом видео я дам некоторые рекомендации по выбору начальных карт и даже приведу пример составления чарта стартовых рук. Если вы новичок в покере, то первое, что вам следует усвоить, чем сильнее руки, с которыми вы играете, тем легче вам будет с ними выиграть. А если вы станете играть все подряд, то даже профит от выигрыша с сильными руками не сможет покрыть убытки. Итак, сейчас я приведу пример стартовых рук для открытия рейзов, если перед вами все сыграли пас. Когда вы окрепнете в своей игре, вы сможете расширить этот чарт или вовсе составить свой. С самой ранней позиции под названием УТГ я предлагаю открывать всего 7%. Пары, начиная с шестерок, одномастный бродвей от туз-валет и король-дамы, и разномастный от туза-дамы. Если вам кажется, что это очень уж мало, не льстите себе. Особенно на низких лимитах вы очень часто получите кол, и вам придется играть без позиции, а это ой как непросто. Из МП вы можете открываться чуть шире. Все пары, одномастные карты от туз-10, король-валет, дама-валет, и разномастный от туз-валет и король-дамы. С катофа ваш диапазон будет еще шире, уже порядка 21%. Теперь тут появляются коннекторы от 8-7, все одномастные тузы и весь разномастный бродвей. Баттон – позиция, с которой можно очень широко стилить, но все же я вам не рекомендую слишком сильно расширять свой диапазон стила, пока вы не углубитесь в теоретическую основу этого действия. Открываем отсюда 30%. С малого блайнда в определенных ситуациях тоже можно очень широко стилить, если перед вами сидит очень тайтовый оппонент. Но на начальном этапе открывайте отсюда столько же, сколько и с катоффа, потому что вам часто придется играть без позиции. Без опыта игры это может очень дорого стоить. Кроме того, с баттона вы можете открываться уменьшенным сайзингом 2,5 больших блайнда. Повторюсь, этот чарт предназначен для ваших первых шагов на пути покерного развития. Он, конечно же, даст вам преимущество над полем слабых игроков, но если вы хотите подняться выше, этого уже не будет достаточно. Переходите в нашу школу покера бесплатно, поможем подняться по лимитам до NL200. Сотни видео, еженедельные тренировки, форум, где вы можете пообщаться с уже опытными покеристами. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк, давайте учиться покеру вместе. Пока!